Чтобы зима не наступила неожиданно, нужно готовиться к отопительному сезону. В региональном правительстве прошло заседание комиссии под руководством Ирины Костромской. С докладами о готовности муниципалитетов выступили главы районов – Приволжского, Шуйского, Заволжского, Тейковского. В отчетах выступившие указали суммы задолженности за ресурсы, степень и уровень подготовки жилищного фонда, сетей, теплоисточников и потребителей в целом. На сегодняшний день информация поверхностная. Подготовка будет вестись до осени. В отличниках Тейковский район. А вот ряд других муниципалитетов уже отчитались, что получить паспорта готовности в сроки не успеют. Сегодня, к сожалению, у нас в остающих Заволжский и Юрьевецкий район и городской округ Тейково. То есть есть ряд серьезных опасений по уровню подготовки. Но на самом деле те проценты готовности, которые сегодня муниципалитеты озвучивали, их нельзя распространять в целом на весь объем готовности, потому что речь шла, например, о 80% готовности жилфонда. То есть ряд мероприятий проведен на 80% именно жилья.